Блокчейн применят в сфере государственных финансовых проверок. Член правления некоммерческой организации, основанной Конгрессом США с целью надзора за аудитом частных предприятий, Джанет М. Френзел, отметила, что технология блокчейн способна оптимизировать проведение финансового аудита и работы с финансовыми отчетностями. Компания PCAOB планирует финансировать инициативы, которые оценят возможности использования технологии блокчейн для повышения качества стандартов аудита и финансовых инспекций.